я путешествую всегда по миру очень много. Я люблю такую страну Италия. В Италии, как всем известно, люди обожают, у них базовая пища – это макароны. Паста, и макарона-паста. Ну, как бы не только, то есть паста и вся пища итальянской кухни, она очень, скажем, насыщенная всем. То есть они это и мясо. Они не употребляют в муку, это семола. Нет, это не в этом мука, дело. Я которая это перетертые стебли водой, и у них нет, наше тесто делается. У меня свой ресторан. Я хочу сказать другое. Нет, но там другое. Они едят правильно сбалансированную пищу. Они в муку не добавляют белок и желток. Они в муку добавляют только желток и воду. А мы берем муку, яичко, соль, перец, маргарин. О, нормально. Бабушка рабоваренки внучки. Но вы знаете, итальянский хлеб, он обалденный. Я вам честно хочу сказать. Я живу в Италии довольно-таки длительное время. И хочу вам сказать, что в Италии, что меня всегда вот удивляло. Мы всегда в ресторанах дома едим. Всегда очень много, ну вот когда я там нахожусь, да, но едим мы всегда, вся еда у нас сбалансирована, то есть такого понятия в Италии я не встречала, как диета. В принципе, вы знаете, диета, она переводится, вот врач как бы сидит, да, диета, если я не ошибаюсь, ну это базовое образование, на древнем греческом языке диета переводится как питание для больных. Вы знаете, такое определение так, есть. Это тимчасовое, это короткое время. Правильное питание – это питание, которое ты питаешься всю жизнь. Ты можешь есть макароны, ты можешь есть из твердых сортов пшеницы, ты можешь есть мясо огромное количество, всякой зелени, рыбы, всего чего угодно. Но эта пища должна быть сбалансированная. Вот почему я вам говорю о Италии. Там самая, скорее всего, правильная кухня, культура потребления пищи. И там действительно есть... То есть самое интересное, что каждая семья имеет ритуал поедания пищи. То есть, да, утром идет какой-то легкий завтрак, но в обед обязательно вся семья четко в час дня. У каждой семьи свое время, но семья в час дня собирается дома. В 8 часов поздний ужин. Меня всегда это ужасало, потому что мы привыкли там до 6 кушать, да? Ну, как правило, там с нашим ритмом жизни плюс-минус. В 8-9 вечера мы едем в ресторан, мы кушаем от пуза, мы наедаемся всего, но за длительное время, в принципе, там, ну, я могу поправиться за год там, на 2-3 килограмма, но как бы это не происходит такой большой прогрессии. И секрет у них в том, что они получают кайф от еды, они медленно ее поглощают, поедают в беседе, имеют при этом рациональную, ну, как бы вот расписанное меню, ну, как сбалансировано правильно. Но самое интересное, что они едят четко в одно время, то есть в 9, там, в 8, в 7 утра, обязательно только в час дня и 8, в 9 часов вечера. Ну, как правило, у каждой семьи, в каждом доме, у каждого человека это строго установленное время. Но они получают майонеза, только с оливковым маслом, только все прибавляют. Ой, я вас умоляю, нет, ну, майонеза, как бы, майонез это такое, знаете, я, например, не ем, в принципе, майонез, кетчупа никогда дома, у меня дома стоит всегда оливковое масло, есть макароны, есть помидоры, есть там и все, по сути, это база моей. Ну, как бы... ну, дома, да, не итальянцы так не едят. То сейчас скажешь, 8 вечера есть макароны. Сейчас все зрители на вас надо есть макароны. Надо есть правильно. Нет, ну, макароны с майонезом нет. Ну, во-первых, макароны едят в Италии в основном, это первое блюдо в обед. А на ужин уже мяско, там, салатики какое-то. Вот такое легкое. Ну, не наши макароны.